Я просто пытаюсь ответить на ваше утверждение, что Иисуса Христа подменили на кресте. Это не имеет медицинского смысла. Это была кровь и это была вода. Это может быть только остановка сердца. Это должен быть тот же Иисус. Ты говоришь, что это кто-то другой. Как вы это объясните? Нет, нет, ты здесь не чтобы проповедовать. Расслабься. Это была остановка сердца. Откуда ты взял эту информацию? Из Библии? Да, конечно. Можете принести мне Библию. 500 человек видели Воскресшего Христа. Хорошо, я понял тебя. Не волнуйся, не волнуйся. Я понял тебя, я понял. Почему ты смеешься? Если кто-то хочет посмеяться, это свободная сторона, расслабься. Хорошо, так что теперь... Я не знал, что вы верите в свободные страны. Мы не верим в свободные стороны. Кто тебе это сказал? Нет, вы не можете вестернизировать Коран. Подожди, кто сказал, что мы вестернизируем Коран? Ты говоришь, мы вестернизируем Коран. Подожди, извини, кто-нибудь меня слышит? Вы будете это публиковать? Мы будем публиковать, где захотим. Нет-нет, ты должен спрашивать моего разрешения. Мы не обязаны. Это общественное пространство. Иди и посмотри свои законы. Разве я говорил вестернизировать Коран? Кто-нибудь это слышал? Нет. Это сумасшествие. Серьезно? Может, у тебя проблемы со слухом, бро? У меня нет проблем со слухом. Ты проверял? Давай сосредоточимся на теме. Нет-нет, я просто говорю. Ты проверял уши? Ты сказал, что я вестернизирую Коран. Я никогда этого не делал. Но почему ты думаешь, что ты это делаешь? Нет-нет, я говорю, пожалуйста, говори корректно. Ты сказала воскресенье в Библии, в Евангелии от Матфея, глава 28. Теперь, на рассвете первого дня недели, Мария Магдалина и другая Мария пришли посмотреть гробницу. Это верно? Ну, да, конечно. Ты веришь в Библию или нет? Выглядит так, как будто ты не уверен. Ты такой, ну, да, конечно. Но в таких дискуссиях мы должны... Хорошо. Ты знаешь, я бы не поступил несправедливо по отношению к Корану. Я бы не стал просто показывать тебе. Но это Библия. Мы должны читать весь контекст. Я читаю, я читаю его. Но ты веришь в Библию? Да, я верю. Я верю в воскресенье. Хорошо. Я верю, что это были женщины, которые пришли к гробнице. Две Марии, верно? Мария Магдалина и другая Мария. Это правильно? Да, конечно. Хорошо. Итак, все внимательно слушайте. Он согласился, что две Марии пошли к гробнице. И... Прошу. Тебе нужны очки? Я полностью в порядке. Хорошо, хорошо. Бро, я просто предлагаю, не обижайся. Если хочешь, можешь прочитать это вслух. Я просто очень страстный. Мне нравится страсть. Да, продолжай. Ты хочешь, чтобы я прочитал это, Илья? Нет, нет, пожалуйста. Я хочу узнать, к чему ты ведешь. Понял. Я не могу ответить на все, но... Я не прошу тебя отвечать на все. Но наше обсуждение было о воскресении Иисуса, верно? Да, да, да. Все верно. Итак, две Мария, Мария Магдалина и другая Мария пришли посмотреть гробницу. И случилось тогда великое землетрясение, потому что ангел Господень сошел с неба. Он пришел и отвалил камень на двери и сел на нем. Согласен? Пока все хорошо? М -м -м. Ты согласен или нет? Нет-нет, я слушаю. Но я задаю вопрос. Это Библия. Ты сказал, что это совершенное Слово Божье. Ты веришь в нее? Так это правильно или нет? Я не хочу просто продолжать для продолжения. Я хочу убедиться, что мы продвигаемся вперед. Конечно. Вокруг него, этого ангела, было сияние, подобное молния, и одежды его были белоснежные, и стражники затряслись от страха перед ним, и стали как мертвые. И тогда ангел сказал женщинам, не бойтесь. Верно? Мы согласны? М -м, в том же, подожди, подожди. И тогда ангел сказал женщинам, не бойтесь, я знаю, вы ищете Иисуса, который был распят. Согласен, так и сказано. Его здесь нет, ибо он воскрес. Ух ты. Значит, он воскрес. Он воскрес. Это твоя Библия. Хорошо. То есть ты веришь, что он воскрес? Я не верю. Но здесь говорится, что он воскрес. Я не верю в Библию. Он сказал, иди и посмотри место. Хорошо, я понимаю это. Он сказал, пойди и посмотри место, где лежал Господь. И иди скорее и скажи ученикам его, что он воскрес из мертвых. И кто это сказал? Кто это сказал? Хорошо, я думаю, это сказали ангела. Ты думаешь? Но там так и написано. Ладно, круто. Ладно, продолжай. Он будет в Галилее раньше вас, там увидите его. Таково мое слово к вам. Поспешно выйдя из гробницы, они со страхом и великой радостью побежали рассказать обо всем его ученикам. Я понял тебя. Ты закончил? Я просто читаю. Это больше для себя. У тебя дома нет Библии? У меня есть. Ладно. Но я обычно не участвую в таких дискуссиях. Ладно, продолжай. В то время, как женщины пошли к ученикам, несколько солдат из стражи пришли в город и рассказали первосвященникам обо всем, что произошло. Ладно, так что некоторые стражники... Вот о чем мы говорили. Стражники. Да, люди, которые охраняют. Первосвященники посовещались со старейшинами и после этого дали солдатам много денег, сказав, «Вы должны говорить всем, ночью пришли его ученики и украли его тело, пока мы спали». Мы закончили? Хорошо, хорошо, хорошо. Хочешь продолжить? Конечно. Хорошо. Итак, ученики увидели воскресшего Иисуса. Хорошо. Нет, нет, давай начнем сначала. Итак, Мария и другая Мария пошли, но они увидели воскресшего Иисуса. Я понял тебя. Потом один из учеников ушли, и галаты возвестили об этом. Я просто сказал, давай суммируем все с самого начала. Конечно, но мы также должны дойти до конца, чтобы увидеть весь отрывок. Ты прочитал весь отрывок? Да, конечно. Хорошо. Теперь это Евангелие от Луки, глава 24. Теперь. Ранним утром в воскресенье женщина, да-да, конечно. Раньше это было две Марии, теперь это другие женщины. Да, но это... Они пришли к гробнице, неся приготовленные ими благовония. Но нашли камень отваленным. Да, конечно. Так где же ангел? Итак, хорошо. Да, продолжай. Я не могу. Ты не можешь? Ладно, природа Евангелия... Хорошо. На самом деле, открой отрывок снова. Хорошо, вот. О, ангел прямо здесь, стих 4. Объятые страхом, женщины низко склонили головы. Ангелы же сказали им, «Почему ищете среди мертвых живого?» «Его нет здесь, он воскрес». Понял. Помните, что он вам говорил, когда еще был в Галилее? «Сын человеческий должен быть предан в руки грешников и должен быть распят на третий день и воскреснуть». Так что теперь это два ангела. Два ангела. Раньше это был один ангел. Давай вернемся назад, я проверю. Давай вернемся назад. Извини, я понял тебя. Я даже еще не дошел до самого вопроса. Но мы собираемся, мы собираемся насладиться этим обсуждением. И случилось тогда великое землетрясение, потому что ангел Господень сошел с неба. Один ангел. И теперь вопрос, который у меня на самом деле есть. Это был один ангел или два ангела? Нет, это не тот вопрос. Но спасибо, что поднял этот вопрос. Это тоже проблема. В этом стихе, когда они пришли, камня уже не было. Правильно. В предыдущем же стихе «Они пришли, и камень был там, и ангел спустился и сел на камень, и затем отвалил его». Верно. Так был ли камень уже отвален, или он все еще был там, когда Мария Магдалина пришла туда? Правильно. Обрати внимание, текст также говорит в другом месте, что есть несоответствие. Оу, есть противоречия. Я согласен с тобой. Просто хотел пожать руку. Потому что я согласен с тобой. Есть несоответствие. Спасибо. Нет. Но ты только что сказал это. Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Хорошо. Природа Евангелий в том, что это рассказы очевидцев. Хорошо. То есть не Слово Божье. Это Слово Божье. Тогда позволь мне спросить тебя. Но исторически они были очевидцами. Позволь мне спросить тебя сейчас. Я должен продолжить. Пожалуйста, продолжай. Но затем позволь мне говорить. Конечно, конечно, но не перебивай меня. Так что показания очевидцев, природа показания очевидцев такова. Как работает отдел убийств, когда происходит преступление? Первое, что они говорят, я чувствую, что это снисходительно. Я пытаюсь донести свою точку зрения. Я слушаю твою точку зрения. Я думаю, то, что ты делаешь, это снисходительно. Но я тебе ничего не говорю. Хорошо. Ну если это оскорбляет тебя, скажи мне. Все в порядке. Продолжай. Можешь делать так сколько угодно. Продолжай. Итак, когда происходит убийство, первое, что они делают, это разделять свидетелей. Хорошо. Потому что они не хотят сговора, они не хотят, чтобы история была запутана, и они не хотят этого. Хорошо? Они не хотят ошибок. Безусловно, они не хотят ошибок. Ну, не обязательно не ошибок. Но скорее они не хотят противоречий. Они не хотят, чтобы свидетели были вместе. Хорошо, я понял. Они не хотят, чтобы свидетели были вместе. Понял. Теперь с самого начала, когда мы проверяем историчность Нового Завета, это называется Завет. Знаешь, это как мой Завет, мои рассказы, верно? Это рассказы Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Итак, исторически, когда мы видим такие расхождения, верно? Когда мы видим такие противоречия... Это исторически подтверждает, что Евангелие — это свидетельство очевидцев. Мы знаем, что Матфей, Марк, Лука и Иоанн не объединились и не создали истории, которая имеет смысл. Они были разделены, как разделение, которое происходит, когда происходит убийство. Мы ожидали бы противоречий, потому что это свидетельство очевидцев. Поэтому, когда ты показываешь эти тексты и говоришь, «Один ангел здесь, два ангела там, две Марии здесь, женщины там». Хорошо. Это здорово для меня, это помогает мне понять, что Евангелие были. И не было ничего за кулисами. Это природа, другими словами, свидетельств очевидцев. Это то, что я бы сказал на данный момент, согласно моим знаниям. Ты закончил? Да. Я не прерывал тебя. Нет, я уважаю это. Спасибо. Сейчас. Прекрасный пример, который ты привел прямо сейчас. Скажем, произошло преступление, и полиция разделила свидетелей. И этот брат сказал, что я был фиолетовым. Черт, мне нужно поговорить с банком. И не ругайся, бро. Извини, раньше ты следил за своим языком. Хорошо. Этот брат сказал, что я был одет в фиолетовое. Да, конечно. Другой брат может сказать, что я был одет в серое. Конечно. А он может сказать, что я был одет в черное. Правильно. Но во что я одет? Ты одет в серое? В серое. Так что он прав, а эти двое неправы». Человеческая природа, люди совершают ошибки. Если ты говоришь, что это случай Евангелий, это означает, что есть явные ошибки. Потому что либо а. Камень уже был отвален, либо Б. Он все еще был там. Один из этих двух должен быть ошибкой. Они оба, это глупо. Хорошо, хорошо, могу я. Ты можешь смеяться, но это свидетельство очевидцев. Хорошо. Так что одно из них должно быть человеческой ошибкой, он увидел что-то или неправильно что-то описал. Верно. Это случается в человеческих рассказах. Так что мы согласны, что некоторые из них будут иметь ошибку очевидца, потому что это человеческая природа. Пример, который ты привел, был недостаточно сильным. Я так считаю. Почему нет? Почему? Потому что кто-то явно ошибается, а кто-то явно видит ясно. Другое дело, если кто-то приходит к тебе и причиняет тебе физическую боль. Кто-то может сказать, о, его ударили или пнули, но они согласятся, что тебе причинили физическую боль. Хороший момент. Прямо как в Евангелиях. Все они согласны в основных фактах. Но минимальные факты сложны, потому что такова природа показания очевидцев. Давай используем твой пример. Один сказал, что меня ударили, и другой сказал, что меня пнули. Верно. Но что на самом деле произошло? Расскажи мне. У нас есть только два очевидца. Я знаю, но какова реальность? Не говоря о свидетелях. Реальность в том, что тебе было больно. Нет, нет, но меня ударили. Меня ударили или пнули. Реальность. Скажем, в этом примере реальность такова, что меня ударили. Хорошо. Теперь один человек говорит, что его ударили, и другой человек говорит, что его пнули. Верно. Но реальность такова, что меня ударили. Но реальность в том, что человек, который сказал, что тебя пнули, также прав. Потому что он видел, как тебе было больно. Но меня не пинали. Нет, но тебя ранили. Но меня не пинали. Природа свидетельств очевидцев такова, что не каждый маленький факт. Я согласен с тобой. Ты согласен со мной? Да, я согласен с тобой, что такова природа свидетельств очевидцев. Но позволь мне закончить. Позволь мне закончить. Закончим. Так что тот, кто сказал, его пнули, не прав. Нет, это не так. Дай мне закончить. Позволь мне закончить. Хорошо? Когда ты говоришь о свидетельствах очевидцев, я согласен с тобой в том, что люди совершают ошибки, потому что они смотрят на это через свою собственную точку зрения. Верно. У некоторых людей не такая хорошая память. Я согласен с тобой в этом. Но я верю, что Бог совершенен. А то, что содержит ошибку, не есть слово Божье. Так что если кто-то сказал, что меня пнули, когда на самом деле меня ударили, это ошибка. Потому что это не факт. Меня не пинали. Теперь дай мне закончить. Теперь, когда в одном месте говорится, что было две Марии, а в другом месте говорится, что была группа женщин, один говорит, что было два ангела, другой говорит, что один ангел. И самое важное из этого, если один говорит, что они пришли туда, и камень все еще был там, а затем пришел ангел, и произошло землетрясение, а затем камень был отвален. А затем другой говорит, но ты не понимаешь историю, могу я закончить, ты меня прерываешь, ты перебиваешь меня, продолжай, спасибо. А другой говорит, что они добрались сюда, а камня уже не было. Так что одно из них должно быть ошибкой, потому что либо А они добрались сюда, а камень был там, либо Б камня уже не было. Либо А ангел пришел и сел на камень, либо Б ангела не было, и камня уже не было. Оба варианта не могут быть правильными. А когда у тебя есть это, это не слово Бога, это рассказы людей. Так же, как в деле об убийстве, некоторые из этих свидетелей будут ошибаться. И вот почему мы не просто слепо следуем их словам. Так что, с другой стороны, Коран идеален. Идеальное слово Бога. Никаких несоответствий, никаких противоречий и никаких неточностей. Я не уверен. Ты его читал? Я достаточно прочитал. Ты нашел хоть одну ошибку? Ну, я хочу затронуть один момент, потом я вернусь к этому. Я уже выдвинул свой момент. Хорошо, я просто хочу сказать кое-что. Хорошо. Ошибка здесь для меня уверенность. Потому что если бы в Матфее, Марке, Луке и Иоанне было все верно, если бы все было согласовано, я бы ожидал, что ученики что-то сделали за нашей спиной. Серьезно, они что, были плохими людьми? Нет, но почему бы им делать что-то за вашей спиной? Если бы все их слова были схожими, может быть, это было потому, что это было Словом Божьим, и Бог защитил его? Я могу объяснить? Да. Если бы все идеально совпало исторически, есть место для сомнений, потому что это подтверждает, что есть искажения. Я не понимаю, это историческая книга или Слово Божье? Это и то, и другое. Это оба. Может ли Слово Божье иметь ошибку? Исторически, когда есть свидетельство очевидцев, опять же, ты не рассматриваешь Евангелие через призму показаний очевидцев. Так что это означает, что это не Слово Божье. Нет, это безусловно Слово Божье. Слушай, слушай, слушай. Твое противоречие, которое ты мне показал, убеждает меня в том, что эти Евангелия подлинные. Потому что они не сотрудничали за кулисами. Так что... Хорошо. Во-первых, если у кого-то показания схожи, это не значит, что они сотрудничают, верно? Это неправильное представление. Но суть в том, что если это Слово Божье, то в нем не могут быть ошибки и противоречия. Я не спорю о теологической истине, я спорю об исторической истине. Именно. Если это историческая книга, которая испорчена неточностями людей, то это не Слово Божье. Слово Божье идеально. Рассказы людей ошибочны. Потому что ты и я согласимся, что в этих показаниях есть противоречия. Потому что кто-то сказал, что камень был на месте, а другой нет. Это показания очевидцев. Так что один из них не прав. Так был ли там камень или нет? Там был камень или нет? Изучи, как историки смотрели на это. Был ли там камень? Это показания очевидцев. Ты можешь продолжать задавать вопросы, но у тебя нет ответа на него, верно? Потому что у тебя нет ответов. Основные факты... Хорошо. Основные факты, Гарри Хабермас приводит аргументы о минимальных фактах. Когда дело доходит до рассказов очевидцев, не каждая маленькая деталь должна совпадать, потому что мы не ожидаем, что они будут совпадать. Нет, в словах Божьих мы ожидаем этого. Слово Божье идеально, все последовательно, ничто не выходит за рамки, потому что в этом разница между словами людей и словами Бога. Хорошо. Теперь мой единственный вопрос к тебе. Если мы собираемся продолжить это, у меня один вопрос. Был ли камень там, или он уже был отвален? Исторически это свидетельство очевидцев. Я не спрашивал тебя об этом. Кто-нибудь слышал мой вопрос? Было ли это моим вопросом? Нет. Было ли это моим вопросом? Нет. То, что ты должен знать, что Иисус умер за твои грехи и воскрес после своей смерти. Я собираюсь спросить тебя еще раз. Вот вопрос. Это мой вопрос. Когда Мария Магдалина или двое, или другие женщины пошли туда, был ли камень там, или он уже был отвален? Один рассказ — одно лицо. Какой из них? Другие рассказы — это одно. Так какой из них? Какой это был? Мелкие факты. Какой это был? Ты не отвечаешь. Ты задаешь черно-белый вопрос. Да, это черно-белый вопрос. Да-да, я говорю, это просто. Хорошо, теперь, теперь, позволь мне рассказать тебе это. Это не так просто. Если ты согласен, что ты даже не знаешь, что произошло, когда они пошли туда. Это незначительные факты. Был там камень или нет? Это незначительный факт. Ты знаешь, был там камень или нет? Ты понимаешь, что я говорю? Нет. Конечно, потому что ты предвзят. Нет, послушай, послушай. Ты не предвзят, верно? Хорошо. Очень простой вопрос. Это не то, как ты смотришь на историю. Я согласен с тобой. Я согласен, что это не то, как ты смотришь на историю, потому что история... Ты говоришь с ними или со мной? Ты говоришь с ними или со мной? Говори со мной. Основные факты согласны, что он воскрес из мертвых. И снова. История. История испорчена. Историю пишет победитель. История не соглашается. История полна лжи. Позволь мне закончить. В Коране тоже есть противоречия. Хорошо, покажи мне одно. Принесите мне Коран. Просто принесите Коран. Любой Коран, принесите. Говори со мной, говори со мной, не говори с ними. Вот Коран. Вот тебе Коран. Покажи мне хоть одно несоответствие. Хоть одно несоответствие. Покажи мне хоть одно. Но в Коране не говорится, что Иисус воскрес из мертвых. Нет-нет. Покажи мне в Коране несоответствие между Кораном, а не между Библией. Покажи мне хоть одно. Ну, я не могу прямо сейчас. Ты не можешь. Понятно. Покажи мне хоть одно. Я могу, но я не могу указать тебе на стихи. Как ты можешь показать мне несоответствие, если ты не можешь указать на стих? Я могу показать тебе много несоответствий. Главное несоответствие в Коране. Хорошо. Между Кораном, а не Библией. Хорошо. Но сначала, потому что я показал тебе противоречие в Библии. Я не говорил, что это противоречие между Кораном и Библией. Нет, но ты смотришь на историю и... Я не смотрю на историю. Я смотрю на божественные откровения. Нет, то, что я говорю, не является теологической истиной. Так Иисус не воскрес? Это теологическая истина. Но ты только что сказал, что ты не говоришь этого. Мой аргумент был исторической истиной. Ты должен разделять. Хорошо. Так есть ли в Библии историческая ложь? Есть ли историческая ложь в Библии? Да. Ну, ты должен показать мне. Я только что это показал тебе. Нет. Я показывал тебе это в течение последних получаса. Хорошо. Я ответил на это, сказав, есть ли в Библии исторические неточности и ложь? Может ли быть так, что камень был на месте, и в то же время его не было? Может ли это быть несоответствием? Хорошо, я повторю это в последний раз. Пожалуйста, сделай это в последний раз. Конечно. Хорошо, помни, ты сказал это в последний раз. Так что продолжай. Это неуважительно, но я это сделаю. Хорошо. Как это неуважительно? Гарри Хабермас разбирает это в своей книге. Ты смотришь на них, ты даже не смотришь на меня. Да, конечно, я смотрю на всех. Я думал, мы разговариваем. Хорошо, это нормально. Гарри Хабермас разбирает это в своей книге, и он излагает аргумент о минимальных фактах. Природа показаний очевидцев такова, что не все минимальные факты должны совпадать, как в любом судебном деле, где есть свидетели. Главное, чтобы совпадали основные факты. Хорошо, основные факты были в том, что женщины были у гробницы. То, что женщин было двое или то, что их было больше, это минимальный факт. Но каковы основные факты? Каждый очевидец свидетельствует, что Иисуса вообще не было в гробнице. Такова природа свидетельских показаний. Они не черно-белые. Есть противоречия, потому что это история. Это свидетельские показания. Есть противоречия. В любом случае, Джей Уорнелл Уоллес указывает на это, и Гарри Хабермас приводит это в своей книге. Так что этот джентльмен здесь показывает мне противоречия в Библии, и это уверяет меня, что это свидетельство очевидцев. Потому что такова природа свидетельских показаний. Я закончил. Ты закончил? Ты не будешь говорить это снова, верно? Потому что ты сам это сказал. Хорошо, позволь мне сказать. Конечно. Если ты говоришь, что это слово Бога, то слова Бога идеальны. А исторические неточности, где один говорит одно, а другой говорит другое, это не может быть словом Бога. Слова человека в истории полны этого. Я согласен с этим. Вот почему мы не полагаемся на них на сто процентов из-за человеческой ошибки. Когда детектив по расследованию убийств выходит и спрашивает свидетелей, если они противоречат друг другу, то он знает, что некоторые из них ошибаются. Если один говорит, что такой-то застрелил его, а другой говорит, что это сделал другой, факт в том, что один из них ошибается. Ты только что подтвердил, что. Теперь ты меня перебиваешь. Говорим. Теперь детектив по расследованию убийств скажет, что один из них ошибается. Человек был застрелен. Так что это означает, если ты согласен, что это исторические неточности, что один не прав, а один прав. Тогда у тебя есть ложь в Библии, и когда ты читаешь такое, ты понимаешь, что это не слово Бога, это не может быть словом Бога, потому что слово Бога на сто процентов точно, как Коран, и ты не можешь показать мне ни одного несоответствия в Коране, но я могу показать тебе сотню в Библии. Так что это значит? Это значит, что это слова людей, и поскольку люди ошибаются, в Библии есть эти ошибки, они не могут быть правильными одновременно. Не может быть такого, что камень был там, и что его не было там. Это значит, что один из них не прав. И когда ты видишь что-то, в чем есть ложь, и ты даже не можешь сказать мне, что из этого правильно, а что нет, тогда оставь то, что содержит в себе ошибки, и следуй тому, что идеально. Большое спасибо, хорошего тебе дня.